Итак, друзья, хочу начать с главного. Хочу показать вам удивительный смартфон, идеальный со всех сторон. Во-первых, цена. Обратите внимание, всего 4799 рублей. При этом он действительно очень неплох. Яркий дизайн, золотой приятный цвет, быстрый интернет. Очень мощный аккумулятор здесь находится, неплохая фото- и видеокамера, это если очень и очень коротко. Теперь чуть подробнее. Смотрите, друзья, вот такой потрясающий дизайн, вот такой удивительный просто цвет. Посмотрите корпус, тоненький, очень приятный на ощупь. Здесь я специально не включаю дисплей. Смотрите, какая идеальная форма, здесь черный дисплей, очень тонкие рамочки, и при этом, ну, на мой взгляд, просто минимализм. Идеальный со всех сторон минимализм. Посмотрите, какой яркий дисплей. Посмотрите, какое качество отклика. Быстро, все молниеносно. Заходим в меню, смотрим, что здесь происходит. Здесь у нас огромное количество приложений помещается. Их можно, друзья мои, скачивать. Итак, хороший, качественный, современный смартфон по очень доступной цене. Также хочу сказать, что вы при заказе во время прямого эфира получаете подарок. Подарок вот он, вот такая сумочка-чехол вам доступна, если вы успеете заказать во время прямого эфира этот удивительный смартфон. Итак, давайте разбираться, что это за смартфон, в чем его особенность, чем он лично мне нравится. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, большой дисплей, яркий дисплей, изображение высокого качества, это важно, на мой взгляд, действительно имеет большое значение. Также две сим-карты. Фото и видеокамера очень качественные. Со всех сторон этот смартфон хорош. Вот не могу сказать, чем бы он мне, например, не мог понравиться. Всем нравится, всем, и потому что он яркий, потому что он стильный, потому что он современный, качественный и надежный, друзья мои. Представьте себе, такой красивый, такой яркий смартфон получить всего за 4799 рублей. Итак, друзья мои, давайте посмотрим на качество изображения, потому что я считаю, в смартфоне один из главных элементов это, конечно, картинка, потому что картинка должна быть яркой и сочной. Чем ярче здесь будет изображение, тем больше удовольствия мы сможем получить от просмотра различных фильмов, от просмотра видеороликов, то есть от того, чем мы, собственно, занимаемся с этим самым смартфоном. Итак, если вы готовы, я хочу вам показать это изображение. Итак, друзья мои, сейчас я вам продемонстрирую качество изображения, качество картинки я вам продемонстрирую. Сразу же обращаю внимание, что здесь удивительный дисплей, потрясающий дисплей, удивительная графика и удивительное качество изображения. Посмотрите, какая контрастность, посмотрите, какие цвета феноменальные. Посмотрите, это действительно возможно. В смартфоне, стильном, красивом, современном смартфоне за 4799 рублей отличный дисплей очень хорошего качества. В этой ценовой категории это лучший смартфон из всех, которые когда-либо попадали в рубрику «Электроника». Итак, друзья мои. Дальше. Здесь огромное количество полезных функций, кроме, разумеется, вот самого яркого дисплея. Здесь есть еще и, это важный момент, фото- и видеокамеры. Их тут две. Причем обе снабжены вспышкой. И на этой есть вспышка, друзья мои. Вот, посмотрите, вот она махонькая такая вспышка, мощная и яркая. То есть вы будете делать фотографии себя тоже со вспышкой. Даже в плохо освещенном месте, в слабо освещенном месте. Итак, друзья мои, идеален в качестве первого смартфона. Идеален в качестве недорогого смартфона. Хотите себе смартфон, чувствуете, что возникла уже потребность, хочется иметь современный, действительно современный, полезный, многофункциональный смартфон, но не хочется тратить много времени, потому что пока не пробовали, еще что-то непроверенное, хочется по-настоящему проверить и протестировать, но денег много платить не хочется. Вот это идеальный вариант. И выглядит он как дороже, гораздо дороже, чем стоит. То есть я его первый раз оценил в 15 тысяч рублей. По внешнему виду, по функционалу пробежался, посмотрел. И еще один важный момент. Вы в комплекте получаете еще и силиконовый чехол в подарок, друзья мои. Это тоже имеет большое значение. То есть вам не нужно куда-то идти, покупать отдельно чехол к нему. Силиконовый чехол со всех сторон выгоден. Почему? Потому что он не меняет внешнего вида, то есть он как был золотым и красивым, так и остается. При этом он действительно защищает дисплей, смартфон от повреждений, друзья мои. Понимаете, как это удобно и как это здорово. Итак, этот самый чехол я вам хочу как раз показать, друзья мои. Сейчас это продемонстрирую. Посмотрите, вот смартфон без чехла, вот смартфон с чехлом. Фактически не отличается ничем. Посмотрите, вот, пожалуйста. Единственное, что могу вам показать.
у этого смартфона, который у нас в чехле, есть степень безопасности высокая. Видите, друзья мои? Падает, но при этом никаких повреждений не остается на корпусе. Далее, друзья, посмотрите, это ваш семейный локатор. Уникальное приложение, которое позволяет находить всех членов вашей семьи, где бы они ни находились. Можно их найти, можно с ними даже пообщаться. Вы точно будете знать, где они были до этого. Где они были вчера, где они были позавчера, где они были там 9 марта, в любой абсолютно день. Итак, друзья мои, это удобно. Кроме того, можно... позвонить, можно связаться с человеком в любой момент, когда вам это понадобится. Это тоже легко. И еще один момент. Если кому-то из членов вашей семьи понадобится помощь, нажимаете на одну клавишу, и у всех остальных начинает кричать телефон. Громко-громко начинает кричать телефон. Просто очень громко начинает кричать телефон в течение 10 секунд. То есть это защита ваших близких. Не нужно спрашивать ребенка, где ты сейчас. Дошел ты до школы, не дошел. Вы видите это на дисплее своего смартфона. Видите, он дошел в школу. Все хорошо. Или не дошел. Друзья мои, отличный, качественный смартфон, современный, мощный. В комплекте вы получаете еще и силиконовый чехол, не забывайте, пожалуйста, об этом, друзья мои. И еще один очень важный момент, кроме силиконового чехла, если успеете заказать во время прямого эфира, вы получите еще и вот эту потрясающую сумочку, друзья мои. Так что звоните, заказывайте прямо сейчас. Не забывайте, что здесь очень яркий, очень стильный и очень современный дизайн. Мне лично он однозначно нравится. Посмотрите, какое качество изображения. Посмотрите, какая фото- и видеокамера. Это действительно высочайшее качество по самой доступной цене.